Ребят, собственно, где мы с вами сейчас погуляем? Это руины античной усадьбы. Они находятся там наверху, за 100 метров отсюда. Мы сюда уже приезжали на великах. Маршрут этот был пройден. Мир природы глазами человека. Балка, большой костель, это заповедное урочище. Выбитые силуэты людей на камнях, именно на скальные какие-то рисунки. Собственно, я буду сейчас показывать. Вы смотрите, ну, дух просто захватывает, когда вы это видите. И понимаете, что это все было 2000, предположительно 2500-3000 даже лет назад. Здесь когда-то стоял, скорее всего, здесь когда-то стоял форпост, и этот форпост охранял древний Херсонес. Собственно, здесь когда-то были греки, и вот они наблюдали, чтобы не заходили чужие корабли на берега древнего Крыма. Давайте дальше пройдем и посмотрим. Очень много вот таких вот скальных рисунков. И прям сходите, знаете, как по музею. Знак, ну, море. Как рисовали, вот видишь? Да. Море. Посейдон, да, походу дело? Похоже, да. Смотри, древнегреческая надпись. Здесь Вася. Видишь? Смотри, Алён. Древнегреческая надпись. Вот. Стрелка. Мы такую на Большом каньоне видели. Посмотрите, как счесывали камень. Прям вот видно. Были ступеньки, посмотрите. Раз ступень, два ступень, видно туда. Возвышалась на второй, третий этаж этого форпоста. Посмотрите, как вычесывали эти все камни, как ставили. Но, судя по стилю кладки, мы видели древнее городище. Вот здесь вот еще выбивалось и ставили клинья сюда. Здесь уже, видите, этих клиньев не наблюдается. Здесь именно ставили вот камни, так вот вычесывали и ставили именно просто камень на камень. Ну, как они это все потом связывали, каким раствором, да, ну, растворов-то не было. Ну, и как видите, эти стены стоят и по сей день, хотя прошло 2500 лет. Ребят, посмотрите, сколько ягод, это терн. Ну, он очень терпкий, но с него делают лекарственные настойки. Вот, кто знает рецепт, можете написать в комментарии. Я думаю, всем будет полезно. Здесь очень его много. Давайте попробую. Он очень терпкий. Ах, как вяжет. И чем-то похож на вкус винограда. О! Что-то мне напоминает этот вкус, знаете, вкус вот есть, мы называли маслинами, лох серебристый, вот он растет такими цветом, как серый такой с зеленцой, вот чем-то похоже на маслины и виноград. Ну, очень терпкий, очень терпкий. Мы, пираты, на необитаемом острове нашли древнее городище. Мы дикари. Посмотри, как там красиво. Да.